Сегодня на площадке Совета Федерации стартовал первый всероссийский телемарафон «Вместе здорово». В онлайн-режиме в нем принимают участие 10 регионов страны, в том числе Алтайский край. О реализации корпоративных программ укрепления здоровья рассказали представители крупных предприятий региона. Участники поделятся своим опытом, обменяются лучшими практиками и методами внедрения здоровья сберегающих технологий для работающих граждан. Свое приветствие участникам направил и губернатор края Виктор Томенко, который сегодня участвует в молодежном образовательном форуме АТР. Дорогие друзья, вместе с молодежью Алтайского края от всей души приветствуем всех участников всероссийского телемарафона «Вместе здорово». Передаю большой привет и выражаю слова благодарности председателю Совета Федерации Валентине Ивановне Матвиенко за проведение такого телемарафона. Это прекрасная возможность поделиться своими идеями, опытом, наработками в вопросах организации такой деятельности, чтобы сохранить, поддержать здоровье наших граждан.